парке «Наташинские пруды» началось строительство колеса обозрения. Аттракцион высотой 42 метра разместится за главной сценой парка. Сейчас на огороженной территории проведены инженерно-геологические изыскания. До 1 апреля планируется сделать основание для сооружения. А покататься на колесе обозрения жители и гости Люберец смогут уже в середине лета. Территорию вокруг колеса обозрения разработаем отдельный проект благоустройства. Также в текущем году мы делаем амфитеатр на центральной площади. Амфитеатр на 150 посадочных мест с велопрокатом. Всем привет, я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.